Живое общение артистов со зрителем – одно из преимуществ гала-концерта. Некоторые из них приехали на фестиваль впервые. Песенный репертуар самый разнообразный. Однако красной нитью сквозь 27-й киношок проходит значимая для Кубани дата. Как раз сегодня вот такой праздник, там 75 лет освобождения, да, Краснодарского края от фашистов, да, и это, я бы сказала, такая песня-мечта о том, чтобы не было никогда войны, и чтобы был мир во всем мире, мир в каждой квартире. По словам артистов, они встречаются в жизни не так часто, в основном только на съемочных площадках. На киношоке все по-другому. Вечер был наполнен теплой дружеской атмосферой. Это создавало и ощущение единения артистов на сцене. Заряда позитива хватило для каждого зрителя. Вот так же когда-то сюда мы бегали, ребята, ребята. Глаза блестели, как агаты, агаты. И на щеках играла кровь. Я рад, что в этом году, и это главное, больше зрителей анапчан в кинотеатре. Потому что мы в прошлом году только переформатировали фестиваль, и уже не внутри фестиваля смотрят кино, а со зрителями. И это очень важно. И кинематографисты чувствуют зрительское отношение. И вот это главная наша победа, и то, что зрителей в этом году гораздо больше. Судя по отзывам зрителей, программа была интересна и насыщена. Организаторы уверены, не менее зрелищным будет и 28-й открытый фестиваль «Киношок». Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.